святого посланника о принятии католицизма. На третьем рельефе умирающий Александр Невский принимает монашеский сан. Поднялись на колоннаду на Исаковске. Здесь очень красиво. Санкт-Петербург на 360 градусов. Там видно башню Газпрома. Эрмитаж. Там Эрмитаж у нас. Вы видите, словно вырастающий из воды стены. В Эрмитаж тоже сходим, тоже покажем. Это Кунсткамера. Один из наиболее сохранившихся памятников архитектуры Петровского времени. В этом здании помещался первый русский музей, созданный... Ты пролезаешь? Да. В общем, ребятки, сходите на Исаковский собор, на колоннаду. Тут прикольно, правда, ступенек много. На какой этаж мы поднялись? 15 этажей всего лишь. На 15 этаж как будто поднялись. Ну, подъем такой. Этажей? Подъем легкий. Так что сходите, у нас даже бабушка спокойно осилилась. О. На самом деле. Что, Сонь, пятерочку поставим? 5 с плюсом. 5 с плюсом даже поставим. Нам понравился. И сам Исаковский собор. Угу. И колоннада. Это что? История. Так что это лайк, подписка история. С вас и комментарии обязательно. А мы пойдем дальше что-нибудь еще интересное показывать.